Вот такие обалденные и необычные товары вы увидите в этом видео. И по традиции в конце видео будет конкурс. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. В этом видео мы посмотрим подборочку из 20 классных и необычных товаров, которые вы себе захотите. При покупке обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы возвращать себе часть денег с покупки. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И как всегда, в конце видео будет конкурс. Если вам нравится мой канал и мои видео, то поставьте, пожалуйста, лайк. Я буду рад, это лучший подарок за мои старания. Приятного просмотра! Светящиеся камни. Светятся в темноте после воздействия солнца. Подходят для украшения сада, аквариума, бассейна и так далее. Свечение длится приблизительно от 2 до 3 часов после полного воздействия солнца. Используется в строительстве и отделке помещений, в том числе облицовке фасадов и окантовке вокруг домов, в интерьере, декор каминов и лестниц, в декоративном оформлении сада и парковочных дорожек, клумб, террас, декоративной обсыпке альпийских и каменных горок, а также для украшения природных и искусственных прудов, фонтанов, бассейнов, в декоре витрин, при оформлении цветочных композиций. USB кабель, бегущий ток. Это имиджевый, красивый аксессуар, светящийся в темноте. Создает атмосферу, будь то вы видите, как бежит ток по кабелю. Кабель эффектно светится при подключении к ноутбуку или персональному компьютеру. Предназначен для эффективной синхронизации данных между устройством с разъемом microUSB и ноутбуком или ПК. Провод защищен от повреждений крепкой оплеткой. Материал изготовления провода – бескислотная медь. Материал изготовления оплетки – поливинилхлорид. Длина кабеля – 1 метр. Голографическая пленка. Уникальная яркая пленка хром, переливающаяся разными цветами, сделает ваш автомобиль неповторимым и узнаваемым. И не только автомобиль. Размеры пленки 20 на 45 сантиметров, что позволит вам наложить пленку на небольшие предметы или гаджеты. Пленку можно нанести, например, на телефон, на велодетали, на боковые зеркала автомобиля и на другие небольшие предметы. Деревянные часы с термометром и будильником. Эти часы станут украшением любого интерьера, ведь дерево – вечный материал. Часы имеют синий проекционный дисплей, который установлен внутри куба, выполненного под текстуру дерева. Каждые 10 секунд время меняется на текущую температуру. Часы имеют встроенный будильник. Предусмотрен режим энергосбережения. 10 секунд время, 10 секунд температура, 20 секунд дисплей выключен. Деревянный куб будет отлично смотреться на прикроватной тумбочке, у компьютера, у телевизора или на полке. Прикольный мегафон с функцией изменения голоса. Повеселит детей и поможет разыграть друзей. Имеет как минимум 10 режимов. Голос робота, грубый и детские голоса, 5 комбинированных переключателей. Оригинальный игрушечный мегафон поразит каждого ребенка, ведь с помощью него можно устроить незабываемые командные игры. Работает от батареек, которые в комплект не входят. Шариковая ручка-шокер, бьющая электрическим током. Это отличный способ подшутить над своими друзьями, одноклассниками или же сокурсниками. Она имеет обычный размер ручки, выглядит на все 100 как настоящая. Жертва розыгрыша даже не поймет, что есть какой-то подвох. Ручка сделана из качественного и прочного пластика. Внутрь вставлены 4 маленькие батарейки. Когда кто-то прикасается к непишущей стороне ручки, то его бьет током. На самом деле розыгрыш довольно безобидный, поскольку заряд тока слабый. Но от неожиданности у людей бывают очень смешные реакции. Поднимите себе и другим настроение с ручкой-шокером. Дрон с камерой на гусеничном ходу. Вы можете использовать свой смартфон или планшет в качестве пульта дистанционного управления и просматривать изображение в режиме реального времени одновременно. Аккумуляторная батарея поддерживает около 40 минут сверхдолгого времени воспроизведения и оснащен ремнем трека и большой силой вращающего момента. Вы можете ездить почти повсюду. Это идеальная научная игрушка для просвещения и воодушевления ваших детей, а также для семейного отдыха. Особенности игрушки: встроенная 0,3-мегапиксельная камера, фотографии и видео высокой четкости, Wi-Fi с дальностью передачи 15-20 метров. Наклоняемая камера позволяет настраивать ракурсы для получения более разных изображений. Полное управление вождения с функцией обрезки, в отличие от других игрушек-танков. Этот шпионский танк может идти совершенно прямо. Функция датчика силы тяжести поддерживает работу, размахивая телефоном. Рельсовый рельс с большой проходимостью для движения внутри и снаружи. Классные внешние колонки.
Далеко не все ноутбуки могут похвастаться наличием качественной и громкой штатной акустики. Этот недостаток легко преодолим с помощью подключения внешних активных колонок, обладающих компактными размерами. Важным преимуществом таких колонок является универсальное крепление, позволяющее размещать их сверху или по краям экрана любого ноутбука. Для получения звука они подключаются с помощью стандартного 3,5 мм штекера, а также порта USB, используемого в качестве источника питания. Мощность каждой из колонок составляет 2 Вт. Вместе они обеспечивают превосходный стереозвук в любом удобном месте. Установка и демонтаж приставных колонок занимает считанные секунды. Подушка с капюшоном для более комфортных путешествий. Тем, кому часто подолгу приходится проводить время в дороге, наверняка приглянется интересная подушка, которая отвечает за комфортный сон в условиях, далеких от домашних. Надувной подголовник позволяет легко транспортировать приспособление, потому что когда надобность в нем отпадает, его легко сдуть и убрать в багаж. Капюшон выполнен из приятного материала, который обычно можно встретить в толстовках. У него есть удобные завязки, степень натяжения которых дает возможность настроить максимально комфортный уровень закрытости от внешнего мира. Плюс ко всему, наличие головного убора часто способно обезопасить пользователя от нежелательного ветерка, сохранив тепло и хорошее настроение. Управляемый по инфракрасному пульту «Таракан». Совсем как настоящий радиоуправляемый таракан станет неожиданным подарком, который может вызвать разнообразные эмоции. Если ваши друзья обладают хорошим чувством юмора, им точно понравится электронный таракан. Возможно, вы из тех людей, кто любит делать или получать необычные подарки, вызывающие бурю эмоций. Или вы просто хотите подшутить над закадычным другом или коллегой. А может, вы из тех редких людей, кому нравятся различные жучки-паучки? Если да, то таракан на радиоуправлении ждет именно вас. Выглядит радиоуправляемый таракан как настоящие насекомые, а после подзарядки даже бегает и прыгает как живой рыжий собрат. Главное не перепутать его с настоящим и случайно не прихлопнуть тапком, да и лучше не показывать его особам излишне впечатлительным. Держатель телефона на зеркало. Крайне удобный держатель смартфона в автомобиль. Данный держатель крепит ваш смартфон на зеркало заднего вида, что крайне удобно. Регулируемые по высоте и длине зажимы на зеркало. После регулировки для фиксации размеров и положения, при креплении на зеркало заднего вида держатель снабжен специальным замком-фиксатором. Держатели сконструированы таким образом, что при установке в них мобильных устройств органы управления и разъемы остаются доступными. Держатель совместим с множеством моделей телефонов. Потрясающая копилка, сделанная в стиле аниме «Унесенные призраками». Безликий – один из самых интересных персонажей мультфильма. Он имеет свойство превращаться в тех существ, которых пожирает. Однажды Каанаси съел маленького и жадного лягушонка и превратился сам в жадину. Кто знает, может, съев ваши монеты, он превратится в большую гору монет. Копилка, «Унесенные призраками», выполнена из прочного пластика, приятная на ощупь. Снизу копилки есть крышка, с помощью которой можно извлечь монеты, не повредив фигурку. Работает безликий от двух пальчиковых батареек. Копилка выполнена в трех вариантах, все они совершенно одинаковы по форме, отличие только в выражении лица призрака. Вы можете выбрать грустную, улыбающуюся или смеющуюся рожицу. OTG Hub – самая необходимая вещь для планшета или смартфона. Разветвитель позволяет подключить к планшету или смартфону сразу три внешних устройства и зарядку. При этом зарядный может заряжать планшет и обеспечивать дополнительным электропитанием внешние жесткие диски, которым недостаточно тока 0,5 ампера, а в боковом торце microUSB OTG Hub имеет небольшой переключатель OTG Charge. С его помощью электропитание от внешнего источника может быть направлено полностью на зарядку подключенных устройств. microUSB Hub для планшета может использоваться вместо обычного USB разветвителя, если подсоединить его к ПК через переходник microUSB-USB. При этом гарантируется его работоспособность с операционными системами Windows, Linux и macOS. Кубический 3D-лабиринт для шарика, как в детстве. Это головоломка, известная старшему поколению еще с советского детства. Если шарик попадает в дырочку, он возвращается внутри кубика к месту старта. Поэтому будьте внимательны. Задача – пройти шариком весь лабиринт. Для удобства навигации на нем есть стрелочки. Игрушка станет хорошим времяпрепровождением как для мальчика, так и для девочек. Ребенок будет с удовольствием играть с кубом, ведь ему точно захочется найти выход из столь запутанного лабиринта. Трехгранная стеклянная призма со стороной 10 на 3 сантиметра.
Треугольная призма может быть использована для разгона света, то есть разбить свет на его спектральные составляющие цвета радуги. Кристально чистая, прозрачная, как кристалл. Этот вид оптического стекла может отражать 7 цветов солнечного света. Она может быть использована, чтобы научить детей исследовать тайны света, стимулируя жажду ребенка к знаниям и повысить интерес детей к волшебному миру света. Надоело мучиться с наушниками в осенние и зимние холода? Уши мерзнут, а провода постоянно сплетаются? Для вас придумали специальные шапки, которые не просто согревают вашу голову, но и прекрасно греют уши любимой музыкой безо всяких проводов. Шапки с Bluetooth даже могут принимать входящие звонки и передавать собеседнику ваш разговор. После первой зарядки устройство готово к использованию. Первое сопряжение займет всего несколько секунд, а контакт сохранится в радиусе до 10 метров от смартфона. Универсальный пульт дистанционного управления с функцией обучения. Подходит для домашней аудио-видео и другой техники с инфракрасным управлением. Пульт имеет энергозависимую память. Все назначения команды сохраняются при замене батареек. Обучаемый пульт дистанционного управления может заменить до 3 обычных, многофункциональных или универсальных пультов от любой домашней техники. Принцип работы пульта основан на записи сигналов управления, передаваемых оригинальным пультом. Пульт позволяет запомнить сигналы 42 кнопок для каждого из 3 устройств, в сумме 126 клавиш, и после этого может посылать назначенные коды кнопок при их нажатии. Маленькая субмарина с пультом ДУ на шестиканальном управлении. Это качественная модель мини-субмарины на радиоуправлении. Оснащена 3 винтами. 2 в хвостовой части для управления поворотами и 1 в шахте по центру для погружения или всплытия модели. На корпусе размещены сигнальные огни для возможности наблюдать за субмариной в темноте. Радиус действия пульта при погружении до 4 метров. Удобный пульт поможет легко управлять даже без опыта подготовки. Питание субмарины обеспечивает съемный литиевый аккумулятор емкостью 120 мАч. Пульт работает от батареек АА. Заявленное производителем время работы от 1 заряда до 6 минут. Bluetooth-замок. Вам еще не надоело носить с собой кучу ключей или помнить комбинацию кода от ваших старых замков? Умный Bluetooth-замок решит все ваши проблемы. Все, что вам нужно, это ваш смартфон, с помощью которого ваш замок будет открываться и закрываться. Замок изготовлен из высококачественных материалов, поэтому он очень крепкий, износостойкий и готов к капризам погоды. Оснащен 2 батарейками таблеточного типа. Максимальный срок действия батареи 2 года, но также зависит от того, как часто вы будете пользоваться умным замком. Пульсометр. Теперь вы можете одним прибором определить уровень насыщения кислородом крови и частоту пульса. Пульсометр полезен как спортсменам, так и просто людям, которые следят за своим здоровьем. Простое и быстрое измерение. Достаточно вложить палец в датчик, и на экране появятся результаты. Удобное использование. Нет проводов, ремешков, что предоставляет свободу движения. Изделие имеет небольшой объем, облегченную конструкцию, поэтому можете его брать везде с собой. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой товар вам понравился. Кстати, подписывайтесь на мой второй канал Альпачино Лайф, чтобы не пропустить розыгрыши призов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!